Лера, а я у тебя кекс-машина, да, ведь? Ты не машина, ты кекс-мопед. Как это? Мопед? Ну а что, два такта и впрыск? Ой, богини кекса! Вы заметили, что женщины очень часто подкалывают мужчин на тему вот скорострельности, да? Что типа, ой, блин, вы там ничего не можете сделать. Это говорят те самые женщины, которые лежат вот просто-напросто на кровати, да, и все, и лежат. И типа, ты мужик, ты делай. Они порой не знают, как подойти к мужчине и за какие, так сказать, причиндалы, как его там подержать. Но хочу, знаете, что сказать? Вот короткий промежуток интимных отношений, да, это нормально. Физиологически это нормально, и по природе это тоже нормально. Все, что сверху дано природой, то мужчина уже просто-напросто, знаете, выдавливает из себя, тренирует, может быть, себя, либо еще что-то. Скорострельность – это реально физиологически нормально. Против природы попереть можно, но стоит ли оно того? Если ты, женщина, хочешь получать больше удовольствия, учись делать так, чтобы мужчина растягивал его.